Первый в 2022 году случай гибели на железнодорожном транспорте в Одинцовском округе был зафиксирован 1 января. Трагедия произошла около часа ночи на перегоне Москва-Усово. Бригада локомотива заметила мужчину, который лежал в железнодорожной колее и пытался встать на ноги. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал. Но предотвратить наезд не удалось. Пешеход погиб. В настоящее время устанавливается личность мужчины и причина, по которой он не воспользовался оборудованным переходом через пути.